Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Даналия, и сегодня у меня будет видео покупка двух лошадей. Двух лошадей! Последний раз такое было, наверное, почти около года назад, когда купила себе 10 тысяч СК. Вот. Сегодня я буду покупать одного магического шара первых окрасов. Я буду брать черно-синего, но я буду еще долго об этом думать, потому что сейчас я уже их купила, но как бы когда я их покупала, я не могла нормально записать видео со звуком, вот поэтому записываю вам сейчас. Как же было сложно выбрать, потому что у меня в конюшне стоит радужный шар, вторые версии магических шаров, и я долго думала, какого же брать, все-таки розовенького и черного. Потому что моя сестра купила себе зеленого. Да, моя сестра снова вернулась в ССО. Она оплатила себе месяц, поэтому мы с ней сейчас гамаем все мои выходные с ней в ССО. Вот. Как бы, и это вроде бы я была уверена, что хочу черного с синей гривой, но знаете, как всегда, когда перед вами уже стоит окончательный выбор, вы начинаете сомневаться, а точно вы их хотите именно эту масть. Поэтому я долгое-долгое время крутилась перед всеми этими шарами, просто в надежде, что так, надеюсь, меня больше ничего не передернет, и я не передумаю, я хочу именно вот этого шара. Вот, да, в общем, это был очень такой интересный выбор, вот это увлекательно еще было. Самым сложным еще оказалось это выбор имени. Выбирали мы с сестрой очень долго, я никак не могла определиться. И как раз в это время за окном был гром и молния, поэтому я быстро определилась, в какой области будет называться мой шар, в каком направлении. Но все равно приходилось очень долго сидеть и выбирать. Магический, дикий. Магический, дикий конь, да еще и такой окрас. Да. Я его назову Непокорный Сумрак. Все. Угу. Поздравляем, товарищ! Ух! Е-е-е! Да это я тебя поздравляю! Следующая наша цель по поводу покупок лошадей был Северошвед. Честное слово, Северошведам мне нравятся абсолютно все, кроме того шведа масти, который продается в приложении. Он мне не нравится. А все остальные просто такие милые. И прям вот нравится мне очень сильно. Поэтому тоже пришлось очень долго до этого, до покупки, бегать целый день по Фиргрови, Вейлдлу, Форпинта и смотреть, выбирать масть, которая мне в данный момент просто была полностью к сердцу и к душе моей лежала. Вот. Но все-таки спустя долго-долгое количество анализов, скажем так, и там сходств, различий, вот, предпочтений моих, мы все-таки нашли того самого Северошведа, который мне бы просто вот сейчас, в данный момент, очень сильно нравился. Так, значит, в Фиргрове стоят два светлых, ну, точнее, один светлый, другой такой соловый. Вот еще один светлый. Тоже очень милый. Я когда на эту коняшку смотрю, я понимаю, что это девочка в моих глазах. Но она настолько нежная прям. Да. Глазки еще такие. Кстати, она тебе сейчас подходит. Под цвет волос. Под цвет волос, кстати, да. Ничего, будем ну, да, тоже. Она такая прям симпатяшка-симпатяшка. Да. Ноздри так еще. Вообще-вообще. А еще то, что у него очень натуральный носик, что не целиком розовый нос, а вот лишь часть его. Да-да-да. И так, ну, так нос не дергается. Нет, вот это вообще классно. Вот это вот пошатка. В общем, я думала между вот этими двумя. Угу. Есть еще один Форт Пинта, ты его видел, но у него белые такие пятнышки на пузе, маленькие кружочками, мне это не нравится. Есть еще один в приложении, но он, знаешь, такой рыжий. Он рыжий с черными ножками и черным гривым и хвостом. Мне он не нравится. Ага. Хотя чаще всего это их натуральный окрас, естественно. Нормальный, в смысле, породистый. Вот из этих двоих? Да, но сегодня, то есть раньше я склонялась к вот этому, к темненькому. А сегодня я что-то прям встала, вот к этому меня понесло.
То ли потому, что он такой, знаешь, более коричневый и, знаешь, еще как будто фиолетовый. Он сейчас под цвет твоих волос уже подходит. Ну, блин, ну, это... Волосы я потом поменяю. Короче, мне кажется, мне вот этот подходит, и мне он сейчас так нравится прям. Не, он хорошенький, он действительно очень такой. Систер, они все хорошенькие, в этом большущий минус и большущий плюс для разрабов. Ух, это да. Но он стоит 799, 749, простите. То есть мне хватает. Ну-ка. Ты, этот более такой вороной, прям темный. Если, кстати, если на то пошло, то мне к моим волосам сейчас вот этот подходит с одним пятнышком на носу. Ну, ты смотришь именно по реале, которая? В смысле? Реально. Ну, в реале волосы. А, нет, в игре. Как по мне, вот этот, у которого ты сейчас больше подходит. Смотри, он от меня ласкается. Ничего нет. Кстати, а ты знала, что у них, короче, можно сделать такую стрижку, что у них грива остается такая же, как сейчас, вот на них, а хвостик коротенький будет. Это мило. Да, я хочу себе, наверное, такую сделать. Посмотрю. Так. Покупай, Дашка. Да, покупаю. Все, покупай. Покупаю. И опять-таки я не знала, как назвать эту лошадь. Я не знала. У меня опять не было никакого плана о том, что это за лошадь, почему я, ну, как бы, с чем она у меня ассоциируется и все прочее. Я просто тупо, как вот, пришла, и я не знала, как назвать лошадь. Я вообще даже не знала, кто это у меня будет, мальчик или девочка, кобыла или жеребец. Вот. Так что, в принципе, у меня получается, что у меня в моей конюшне больше жеребцов, чем кобыл. И в какой-то момент я это осознала. Потом вспомнила, что мне почему-то северошведские лошадки напоминают Жужу. Вот Диана и Жужа, как канал Куна-влоги. Вот. И я вообще изначально хотела тоже купить Северошведа масти как Жужа, но потом поняла, что типа, ну нет, ну это у меня будет просто ассоциация как Жу. Ну ничего другого. Поэтому я все-таки решила взять вот этого. Вот. И когда мы начали всматриваться, искать имена, все такое, я в какой-то момент посмотрела на эту мордашку и поняла, что это девочка, это кобылка. Это милая, хорошенькая кобылка. И вот эта вот фраза «миленькая, хорошенькая кобылка» и то, что мне в голову стукнуло, что ее имя должно начинаться на букву «М», стало большой проблемой, потому что того имени на букву «М», которое бы ей подошло, которое бы мне понравилось в сочетании с первой частью имени, мне не находилось просто. То есть там так мало имен на букву «М». Вот, и как бы пришлось выбирать уже из других имен, вот, чтобы найти то самое да, то самое стопроцентное попадание. Сумрачная забава. Все, называю. Давай. Две лошади сзади. Боже мой, какой я транжир. Ну все, зато я теперь спокойна. Удачи тебе с твоей новой лошадью. Спасибо, Star Stable. Ой, мамочки. Ну чё, поедем смотреть? Мои тебе поздравления, Дашка. Сейчас, подожди секундочку. Вот подожди, вот так и стой. Благодарю. Сейчас, а теперь нужно сделать вот так. Просто ми. Я не знаю, что случилось в этот раз, но почему-то, когда я снимала с самого начала в этот раз видео, игрушка начала жестко лагать, и непонятно из-за чего. То ли из-за того, что у меня компьютер что-то глюкнул, или из-за того, что я начала снимать. Но вообще это странно, потому что раньше у меня такого не было. Че, лапа? Ну да, лапа. Ужас, а чё глаза-то закатил, ну? Кстати, я заметила, что магических шаров и вообще шара, у них есть такая особенность закатывать глаза. Да.
Так, все. Поехали к конюшне. Мишка, I love you. Так, нет, дальше надо проехаться, по-моему. Я знаю. Непокорный сумрак — это идеальное имя для него. Ну, магия, где магия? Во, ну, смотри на меня, Мишка. Смотрю. Ох ты ж. Не, классные они. Они очень классные. Ну что, я поздравляю тебя. Я поздравляю нас. Это да. Все, просто. Знаешь, еще не хватает, чтобы когда они бегут, у моего было синее пламя от копыта, а у твоего зеленые листочки летели бы. Да. Да куда ж ты слезаешь-то? А! Боже. О, да, детка. Две сестры просто. Ей. А ночью интересно, какой он крутой будет. Ну все, я буду играть допоздна. Так, все, поехали. У меня же еще один коняшка остался. Ребята, это круто. Ну, блин, круто, слушай, я прям в восторге. Я бы точно хотела. Так. У меня теперь два магических. Слушай, они так круто рядом смотрятся, вот эти оба магических. Вот мой, который. И тот, который... Этот, как, на котором я сейчас, который я сейчас купила. Боже. Пусечка! Пусечка, ты моя пусечка. И моя пусечка. Так. Иди, пусечка, пойдем. Блин. Чего? У меня пусечка застряла в дверях. А теперь они выпускают меня из дневника. Ну, в смысле, ну пусечка. Что-то с этой лошадью не так. Она не хочет меня выпускать из дневника. Ну-ка, давай это. Я тебя даже поглажу. Хочешь, я тебя поглажу? Давай я тебя поглажу. Иди, господи, моя хорошенькая. Она меня зажала в углу дневника. Мне придется на нее как-то сесть. Здравствуйте. Вы действительно похожи. Просто посмотри и представь меня в жизни, какая я. И посмотри на вот эту лошадку. Ну вот да, прям, блин, похоже. Да, она... Это, по-моему, единственная, кстати, лошадь в игрушке, которая, когда делает свечку, приземляясь на землю, у нее земля. Видишь, бух? Да. Ну-ка. Смотри, она рысью ходит, как я шагом быстро иду. Быстро ножки перебираю. Ага. Ну, точно вылитая я. Так. Такая же маленькая и миленькая. Ну, значит, она не самая маленькая. Кстати, просто ты сейчас на большой лошади сидишь. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой, да. Не,
нет, я не буду делать ей короткий хвост, потому что мне очень нравится ее длинный хвост. Хорошо. Лошадь, голову подними, пожалуйста. Ну нет, у нее самая классная грива, которая сейчас на ней. Ей. Буф. Все. Ей. А Шайра так осторожненько, осторожненько. Ей. Ей. Ну что? Довольно? Я на 7-м небе от счастья. Самые прекрасные выходные за последние 2 месяца. Ей, круто! Спасибо вам большое, что вы посмотрели это видео. Мне было очень интересно его снимать, а также и монтировать. Тем более, это способ сохранить некоторые воспоминания для меня, чтобы потом их пересматривать и вспоминать, как круто все это было. Всем удачи и всем пока!